Всем привет, с вами ваш переводчик Асылхан, и сегодня у нас вторая реакция Фила. Так как реакций на Димаша у него очень много, я решил, что буду публиковать их в хронологическом порядке. Также хотел бы добавить про вчерашнее видео. Все знают, что это фейковое видео, в том числе я. Но для нас важно было посмотреть именно первую реакцию Фила, послушать то, что он скажет и как он отреагирует. Поэтому я не мог не опубликовать это видео. Всем приятного просмотра. Йоу, как там поживает моя банда? Димаш, Кадебурген, Sinful Passion. Я знаю, что вы все ржете надо мной из-за того, что я сделал реакцию на долбанное фейковое видео. По всей видимости, он реально так поет. Но вот судьи были вырезаны из другого видео и добавлены сюда. Но давайте будем честными, они сделали все очень четко. А я сижу и не понимаю, что за хрень творится, и почему они не нажимают эту чертову кнопку. Я бы нажал на кнопку сразу же. Теперь понятно, ведь видео оказалось фейковым. Все, посмеялись и хватит. Сегодня у нас реальное видео. Спасибо, что отправляете мне все эти ссылки на реальные видео. Я очень высоко это ценю. Огромное спасибо за это. Вы мне очень сильно помогаете. Так что я должен вам реакцию. Потому что я сделал реакцию не на то видео. Я не знал, ребята, я не знал. Поехали! Димаш, Кудайбурген, Sinful Passion. Это не корона, расслабьтесь. Он всегда гордился и гордится своими талантами. Сейчас на сцену выйдет представитель уже нового поколения казахстанских звезд. Парень, раньше нас, друзья, с вами понял, где больше зрителей, поехал в Китай. И, между прочим, там, внимание, победил... Так он был на голое... А, голос Китая. Продолжим. Голос! В Китае человек из Казахстана победил с хитом А-студио «Грешная любовь». Впервые на новой волне. Прорыв года. Димаш Кудайбергенов. С песней «Грешная страсть». Какая красивая сцена. Явилась нежданно, как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Сейчас он поет глубоким-преглубоким мужским голосом, который звучит совершенно. Просто совершенно. Это идеально. Едем дальше. Были ночи без сна, но в стуже сердце озарило, как весна. Только ты одна. Дай мне долгим огнем пылать в мгле и мне насте. Блин, у меня мурашки. Как только он начинает петь немного выше, хоть чуточку выше, я теряю контроль над своими эмоциями. Это невозможно. Это просто невозможно. Вот как ты это делаешь?
забыты звуки, руки, лица. Мне нужна только ты одна. Околдован тобою, выпью зелье до дна. И ты вернешь меня из бездны в этот мир, только ты одна. У него же звездец какой нереальный голос. Его голос накрывает меня волнами мурашек. Одна за одной, одна за одной. Его голос просто нереален. Долгим огнем пылать в угре и бедности. О, черт, ёшкин дрын. Давайте остановим это. Давайте остановим это. Ёперный балет. Это же оперный голос. Я думаю, это самый совершенный голос, который я слышал в своей жизни. За всю мою жизнь я еще не слышал голоса идеальнее, чем этот. Ну что за чертовщина здесь творится? Это ненормально. Это, мать его, ненормально. Как ты берешь вот эту высоту? И как ты делаешь это так идеально? Я добавляю его в свой огурцовый клуб. Я просто обязан это сделать. Для тех, кто не знает, что это, на моем канале в огурцовый клуб попадают только необыкновенные артисты. 21 Pilots в этой группе. Грейс Мануэль тоже. То есть, это гении, это люди не из этого мира. Это какие-то сверхлюди. Так что я добавляю его в этот клуб. Я даже обложку такую сделаю, вот увидите. Как? Вот тут мои голосовые связки бы лопнули. Я бы порвал их чертям собачьим. Я могу только так. Звучит как визг умирающего енота. Да как такое вообще возможно? Нет, стоп, стоп, остановись! Епатьевский монастырь! О боженька! Умоляю, покажите этого парня Хансу Циммеру. Думаю, вы знаете, кто это такой. Им нужно записать что-то совместное. Ха-ха-ха-ха-ха!
О нет! Нет! Да какого фэншуя? А ну-ка все встали! Да не помнете вы свои долбаные платьишки! Ради всего святого, встаньте! Вы только что увидели такое и сидите вот так. Да у вас просто нет сердца! Встать была команда! О, Господи! Если бы я был девушкой и передо мной бы вот так выступили, я бы зашвырнул туда свои трусики. Типа на, забирай все. Ё-моё, это было самое офигенное и невероятное выступление, которое я когда-либо слышал. За всю мою жизнь. За всю жизнь. Извините, но мне нужно еще раз это послушать. Нам нужно послушать, как он это начал. Этот умопомрачительный контроль. Послушайте, как он поднялся вверх. Святые ежики, это же ненормально. Это ненормально. Вот как мне смотреть на этого инопланетянина? Всем спасибо за внимание. Я рад, что видео Фила наконец-то набирают свои заслуженные просмотры. Потому что раньше все писали в комментариях: переведи Фила, переведи Фейбла. Но я делал перевод и было очень мало просмотров. Сейчас же просмотры соответствуют запросам.
Также подписываемся на наш Telegram, там я делюсь своими мыслями, там мы обсуждаем, кого мы будем переводить дальше, да и там можно просто пообщаться с людьми из нашего круга, с единомышленниками, с Диарс. Всех люблю, всех обнял. Пока!